Привет, друзья! ДТП произошло 22 июля утром на 48-м километре автодороги Звенигово-Шалангер-Марки. По предварительным данным, 23-летний водитель, получивший право в марте 2021 года, на 12-й пошел на обгон движущейся впереди машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». За рулем второго авто находилась 66-летняя заслуженная артистка Мариэл, певица, радиоведущая Раисия Данилова. Как сообщается в соцсетях, артистка ехала навстречу одноклассников. К сожалению, доехать до места назначения она и ее подруги не смогли. Певица и пассажирка «Лады Калины» погибли на месте до приезда врачей. Третью женщину, которая ехала вместе с ними в машине, доставили в больницу. Бригада скорой помощи также госпитализировала и водителя ВАЗ-2112. Однако от полученных травм он умер в медучреждении. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.